Немножко. Совсем чуть-чуть. Это вы что, это не я. Подумай о детях. Подумай о детях. Ну, пока не что не сейчас. А, ну, Егор, прости, прощай. Бай. Бай. А, нет, Егор! I'm for you. Больно! Меня-то за что? Действительно. Как вам моя сосиска? Как вам моя сосиска? Урок первый. Когда юзаешь дымочки с какой-то хренью, поставь, пожалуйста, сзади ремонт стейшн. А, получается, понимаете, теперь получается можно сбивать из пушки снаряды пулемет. Что это было? Почему у меня лагать начинает? Меня попало! Егор или Ваня! 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 Он прям ровно в тебя стрелял! Судя по звуку! Ты посмотри, Милка! Зенитная установка. Это должна была быть установка, которая зенитная обстановка, я бы так сказал. Это должна была быть установка, которая должна была попасть было в всех. Ты просто уничтожил все. Саня не помешал, мне помешали. Мне помешали. Кого? Убить Сани тебе помешали или что, я не понимаю. Да, его помешали убить меня. Да ты зачем сбил-то? Весело. Убивай. Я горю! Я горю! Егор, убери эту штуку, пожалуйста. Поставь ремонт в дистанцию. Куда? Не ходи гореть. Сзади пулеметчик. А, я горю тоже. Ура! Сгорела ваша фейерверочная. Да, горел. Да я заметил. I'm playing him a violin. С днём святого Холокоста. В точку, Саня. В точку. В почку, Саня, в почку. За точку, Саня, в почку. Всегда в почку. Сделай вот так. В принципе, не страшно. Ой. Он мог попасть в себя и в Фортера, чтобы вы понимали. Он не попал. Да, на самом деле пулемет это очень страшно. Прокачанный пулемет это очень страшно. Ой, там это. Там чел сам себя застрелил. Все, я готов. Прокачанный аутист, взять, это взять, страшно. Мне страшно, мне страшно, мне страшно, мне страшно, мне страшно. Я не хочу умирать, но я не хочу умирать, но я не хочу умирать. О, ты сбил пулеметиков. Ой, ой! Пиздец от меня. Я в святого Холокоста. Здесь это подходит как нельзя кстати. Вы, пожалуйста, ракет не используйте. Спасибо. Сделал святого Холокоста. Миниганы им будет. Оружие уничтожения Дэвида. Оружие уничтожения, все, конец предложения. Вы задолбали! Ваня, я обещаю, я скину тебе что-нибудь. Я из тебя шурма! Скинь реактор. Я из тебя шурма. Не, реактор это слишком, я не смогу играть, мне будет скучно. Я скину... Мне будет скучно. Мне будет скучно. Дробовик, кстати, веселая штука. Ура, я сделал опорки. Нет, это, конечно, все интересно, вот это еще интереснее. С днём святого Холокоста, братья и сестры. С днём Холокоста, точно. Ой, ой, а, тиммейт идиот. Ну ладно. Ой, там стоят изгибы. Что? Они сами направляются в точку, которую летели. С днём святого Холокоста, Дэмик. Офигела, гуляк. А, меня за что? Ваня, ты задолбал. Ванюша, что ты делаешь? Скидывай хавицер, меня бесит. Ладно. Ну хорошо, я накоплю. Я накоплю. О, накопили. Короче, 5 минут и сброс будет сделан. Сброс приколов. Будет выполнен. Не успею. Ты не успеешь. Ты куда-то торопишься? Не успеешь. Ой. Ой, а почему по мне? Ваня, ты охренел. Грим. А. For playing him a violin. Ой. Кто трогает меня, я не могу понять. Никого не трогаю, я не вижу. Это Ваня! Ваня! Осознай одну большую вещь. Тут может полететь со всех сторон. Неважно, как ты... Это Ваня! Ай. А, меня убило... Говна. Как невкусно!
в меня прилетела мега Эми бомба. А я никто не. Как нам получится? Мега Эми бабах. Бабах. О, зенитка. А, тут все зенитка. Я зенитка. Ваня, ты раздевшая мразь. Ты раздевшая, как я стреляю. Я сейчас взорвусь за тебя. Я ходячая зенитка, если что. Братец. Ёб твою мать. Просто калом закидали, блин. А я как обмен еще. Просто закидали. Ой-ой-ой, сделал святого холокоста. Если бы они самонаводились еще. Самонаводящаяся бомба. Что это было? Самонаводящаяся бомба. Я готов. Я предлагаю уронить верхнего на нижнего. Нет. Найн. Шних, шних сыбе. Них ты шиза. Что это? Них шиза. А, я горю. А, я горю. Я сделал святого холокоста. Пах, да. Сверх бабах. 40 тысяч было подкачено. А, охренел, ты хочешь меня убить, да? Да. Играет, как у Дебик пропадает пол базы просто. Поэтому я ее не защищаю. Саня, что... Саня, Саша, я... Саня, я сейчас помогу, подожди. Потерпи, кому Санечка. Гори, пес. Гореть, но не хотеть гореть. Гореть, но не гореть. Не хотеть гореть, гореть, но не хотеть. Не хотеть гореть. Ух, хорошо пролетело. Не хотеть не гореть. Сколько стоит твоя пушка, Ика? Я готов. Ладно, я пушку не буду трогать. А, ну, в принципе, не важно. С переверком. А сядника я не хочу. А да сядника, извини. А почему я говорю? Прости. Действительно, почему я говорю? Хороший вопрос. Ваня, вот ты потрогал, вот если ты не трогал бы, вот там вот все пошло. Реактор голенький, да, Ваня? Как тебе? Почти, почти. Как вкусно! А что, слюнки текут? Билайн. Мерть москалям. Алейкум ассалам. Аллах! Посмотри, что произошло. Посмотри, что произошло с базой и другой. Показали буба. А, я думал, это большие. Что там происходит? Что это такое? Что вы из себя представляете, дорогой человек? Кусочек какашки, смотри. О, это посмотрите там. Ультра Хартаи их спасает, это все, в принципе. Он просто их спасает. Но они нам не. Они как пытаются что-то делать, но они не могут. Знаете, какая проблема? У меня не хватает 40 тысяч на выстрел. Всего лишь энергии? У меня нет энергии всего. Вообще, я бы мог. Мне в принципе не хватает. Не хватает всего пока что. Мне вообще, в принципе, не хватает. Технологию шпилили. Ладно, я удаляю лазер, потому что. Это мы все технологию шпилили. Салютик! Я до сих пор обороняюсь от Фортера. От какого Фортера? А, кстати, ты идиот, знаешь почему? Хочешь проверить? Что? Как вы думаете, пушка хорошо бабахает? Бабах. Да, весело. А я чуть тебе опорки не удалю, кстати, поздравьте меня. Шник-зиби, шник-зиби, шник-зиби. Блин, я думал, я хотел уже на Ваню скидывать что-то там упредить. А что произошло? Что-то взорвалось. Тебя выстрелили. Чем? Я не знаю. Чем? А какая разница? Подожди, я. И не я тоже. Ну и как сам виноват получается, кстати. Я готов, ребят. К чему? К чему? Давайте, нажимайте. Ты можешь подразумевать мой голос. Фортер. Мне страшно. Я пытался лазер удалить, но я себе опорки удалил. Артём, ты можешь забрать боеголовку. У меня и так энергии нет, чтобы стрелять в принципе. Ты можешь вот тут вот поставить. Сейчас будет прикол из дробовика. Прикол с прикольной штучкой. Ой-ой-ой! 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 Бомба активирована. Если бы ты даже промахнулся, оно бы все равно кого-то бы задело. Так а в том-то и был прикол, что она как бомба должна была сработать. Бимба. Бимба.
Так вот кто, так вот кто из нас украин. Ой, осуждаю. Портер, что с подпорками, Костер? А, ну я случайно... Ну, смотри, я... какая штука летит. Ну как тебе объяснить, Ика? Ика. Нехороший бимба. Ика. Я пытался удалить лазер, но я промахнулся, попал по шишке и чуть себе все упорки не удалил. Это когда так и было. Порки. Корги. Корги. Кринги. Кринги. О, но, но, о! О, но, но, но. Ох, но, но. Just no. Окно. Окно. Еще ниже, чем что? Я и так последний оставшийся человек внизу. Дебик, ты там вообще чашки, я так понимаю, опускаешься. Да. Я ему подпортил жизнь своими бомберками. Дебик, извини, Дебик, прости. Прости, прощай, сказал Саня. Гореть, хотеть гореть, чтобы Дебик гореть. Это твои мечты? Мои улучшенные ветряки. Сколько они стоят? Чувство скоро полетит моя пушка. Я поставлю ремонтную станцию. Поставь. Будьте уроком. Ой-ой-ой. А, ну, я не удивлен. А, тебе насрать. А, меня уже второй раз улетает, так что как бы... А, ну и дробовик туда же. Ика ушел, урон по-моему. Я, кстати, чиню твои ветряки, Фортер. Нет, мы на луну. Нет, я чиню свои ветряки. О, бабаха произведилась. Мне осталась только одна улучшенная шахта. Неважно, это хотя бы что-то. Ой. На, Ика, бот, на, бот. Наконец-то хлеба что-то после меня осталось. Ну дашь мечтай, не блэк лайф. Да. Там один вы не попадет, там сразу же не в этом проблема. Это последняя улучшенная шахта. В этом и проблема. Дурка, это судьба. Ладно, тогда ставим боеголовку. А, ну ты на реплее посмотришь. Вы хотя бы посмотрели на это? Я не увидел, как ты сдох. Ну мне и все равно. Забери мозг или боба, кстати. Как? Присоедините. Присоедините Польшу. Эти прикол. Мы все умрем? Попали. Так бы у меня бы, так бы получилось. Я почти дострелился. Я помогу. Ракеты. Это не так работает, как ты думаешь. О. Я не умею думать. Боеголовка, кстати, я продал моих ожиданий. Она стоит дорого, но при этом ничего не делает. Ой, мы ее вообще не меняли. По-моему, вообще лучше не брать. Я вообще планирую убить нижнюю, потому что просто у меня уже 10 раз увеличили стоимость. Ой, я сжег все снаряды. Най. Почему тут лазер? Он сильнее стал? Да. Знаешь, почему он сильнее стал? А поставь, пожалуйста, плазменный лазер. Подожди, подожди, подожди. Плазменный никак не влияет. Поставь магнобим, поставь магнобим. Не надо. Хотя, если все снаряды будут целиться в одну точку, это будет интересно. Блин, не хватило. Ой, хорош. Он только не туда. Поставьте магнобим, я сейчас буду. О, Дебик, у тебя новые опасности. Я еще поставлю дробовик. Я понимаю, они лучше. Дебик, у тебя новые опасности. У меня что-то взорвалось. Из Зребовы не туда чуть-чуть. И второй чуть ниже. Мне нравится моя конструкция базы. Ой, почему он до сих пор жив? Кто? Жить? Я торгунок. Кто разрешил ему жить, убейте. Я хотеть убить его. Оправданно. Подожди, стой, включи, короче, выборку. О, найс. Ну, почти. Что это? Что это? Короче, выбор команды, я хотеть. Как не умирать? Дробовики топ, я убил.
людя. Бомбим, бомбим, бомбим. Артём, я аутист. Это было очень круто. Егор, простройся дальше, простройся дальше. Быстро надо, там быстро. Не стройся. Это было очень. Дуй ты это, дуй, дуй. Дэбби, теперь ты понимаешь, что самое настоящее? Я был лишь подготовкой. Это было настолько красиво, это так эпично выглядело. Ну ты мразь, все-таки Артём. Это тебе за КС, понял ты? Понял, вот тебе. Настоящее зло это не я, настоящее зло это Артём. Почему вокруг меня прыгают горящие веревки? А давайте-ка подумаем. Ты промахнулся, Егор. Егор, там 6 дробовиков. Стреляй ими. А, не, у меня их 5. А, теперь их 5. Стреляй с 5. У меня столько энергии. У меня нет энергии. А построй, как я, на веревочку на ветряные мельницы. Ладно. Тут уже и реакция, может все прозрачно. Ты можешь им сжечь шахты. Они, кстати, оба не сидят. Ой, а ты не хочешь закрыть свои лазеры? Лазеры это прикольно. Егор, ставь миллиарды. Что-то мне кажется, что Егору сейчас очень будет больно. Это мне не кажется. Я не знаю почему. Я стреляю, рукорта форте. Желаю удачи всем просеп. Всем удачи. Это, кстати, у меня. А, их скрыть нельзя, прикольно. Это у Артёма пойдёт, это всё. Часть в Артёма всё равно попала. Просто твои риски. О, кстати, теперь эта вся империя будет принадлежать мне. Будет. А сам мустичек. Она сгорит быстрее, чем ты даёшь. Я не сгорю. Нет. Сгорел, но гусеничек. Я верю в этот кусочек дерева, он выдержит. Императора. Верьте в меня. Верь в меня, ёжик. Давай, Фортер, давай за императора. Дробовики так дробовики. Докажи свою веру в императора. Хапфу. Что?